Мощный лесной пожар на востоке Испании мог произойти из-за намеренного поджога. Полиция уже арестовала группу подростков, которых подозревают в причастности к этому делу. Тем, кто оказался под стражей, не больше 15 лет. Пламя бушует в автономном сообществе Валенсии, как раз недалеко от популярного курорта в городе Бенидорм. Там эвакуировано уже несколько тысяч человек. Огонь уничтожил десятки домов. Те, кто остался без крова, размещают в школах, ресторанах и отелях. В этом регионе проживает около 30 тысяч человек, в том числе и много иностранцев, которые снимают виллы на побережье.